ВВС Украины заявили в субботу, что сбили российскую гиперзвуковую ракету над Киевом с помощью недавно полученных американских систем ПВО «Патриот». Это первый известный случай, когда украинской стороне удалось перехватить одну из самых современных российских ракет, и впервые она использовала «Патриот». Командующий ВВС Украины Николай Олещук сообщил на своем телеграм-канале, что баллистическая ракета типа «Кинжал» была перехвачена в ходе ночной атаки на украинскую столицу 4 мая. Украина также обвинила Россию в применении в Бахмуте запрещенных для использования в населенных пунктах фосфорных снарядов. Эта информация из независимых источников не подтверждена. Минобороны РФ опубликовала кадры о якобы успехах танкистов Западного военного округа на передовой. В преддверии одного из главных российских праздников 9 мая в Москве приняты повышенные меры безопасности. Кремль заявил, что военный парад состоится, несмотря на предполагаемую атаку беспилотников на столицу и в приграничных районах.